выше. А, Андрей, то есть ты типа Джон, да, вы мои? Сходи уже на тротуар. Продолжение следует...
такой подъем, что на него очень заедет. Что болит?
такую. Много воды? Тебе надо сами подождать. Thank you.
Папа уже сбил. В этом нет необходимости. Раз это запрещено. Мама предусмотрена запрещена. Привет, надо пойти, поехал на интернет.
Говорили в интернете, что в деревне их мало. Пошли, я там их покажу. Да. Это она тебе подсказала? Ну, а ну покажи, как ты так ногу поднимаешь. А ну, опа, конкуренция. Опа, и все. А ну, пойди рядом с тебя, спускайся, ногу так подними, скажи, я лучше. Давай. Там не факт, что таки. Второй раз, ну, там, что-то.
Фабрики тоже делают, а-ля там, вот, допустим, ну, там, три раза по три. Три минутки, все, девочки, чуть отдыхаем и погнали. А вы сейчас бежите, да? Да, вот здесь, да, иди. Ну, давай, ладно, ты если что, пиши. Thank you.
сюда по одной и той же дорожке.
Thank you.
особо здорово. Она тебе не поверит. Да, я. Посмотри, там вообще делают. Так, я так вокруг обошла, там вот этот храм.
смотрю, одна железная дверь, и там человек на полу. Нет, не доделал. Только взять и сделать, приехать в другой район. Продать, купить. Можешь, конечно. Ух ты, Лалечка, тут лебеди живут. Пойдем покажу. Белый, красивый лебедь. У него здесь синие, зеленые, желтые шарики. Что ты будешь? Помнишь, что мы делали? Сусло. Прям вообще синие никакие. Как это все померить, да?
Ну, вот сейчас.